Приветствую всех вас, драгоценные мои, всех, кто смотрит меня со спутника, всех, кто смотрит меня через интернет. Приветствую вас в нашей интернет-общине Дом Веры. Добро пожаловать. Если вы смотрите меня через спутник CNL, то хочу сказать вам добро пожаловать в Дом Веры. А если вы хотите узнать, как подключиться, просто наберите домверы.ру и вы попадете в нашу интернет-общину домверы.ру. Просто будет замечательно. Uh, потрясающая атмосфера общение, мы встречаемся здесь каждый день кроме субботы и понедельника в это же время которое сейчас вот прямо сейчас это время посмотрите 6 часов вечера по москве и киеву если это лето есть зимой это по моему тоже в разное время потому не знаю по моему uh, украина все еще меняет время хотя казахстан уже не меняет россия по моему не меняет время вот ну Приветствую вас, дорогие мои. Я хочу посмотреть, кто там ко мне присоединился сейчас. И вот здесь вижу в интернете, вижу, уже люди присоединились. Алина Скременчуга, давно не видели. Видим тебя, Алина, пусть мир Божий будет. Дмитрий с Воронежа, приветствую вам. Веска из Болгарии, приветствую вас. Лариса из Кирова, приветствую. Славу приветствую, бриллиан бриллиант приветствую, Сальметьевская Татарстан, Татьяну приветствую из Риги, Александру свиско всех приветствую, всех, всех вас, любовью Господа. Драгмас, Драгмар, Драгмар приветствую, вот это тот самый пастор цыганской общины, Драгмар. Которую, о котором я вам говорил в прошлый раз. Дагмар, особенно тебе приветствую. Я до сих пор везде рассказываю про вашу цыганскую общину, которая меня очень потрясла, вдохновила. Это такое благословение. Пусть Бог благословит вас обильно и всех-всех драгоценных цыган, пускай Бог благословит. Приветствую всех. Я вижу, что он там присоединился. Это, это радостное Тарас... Тоже приветствую, не знаю откуда вы. Из Нальчика, из Альметьевска, из Кременчуга. География просто огромная. Я даже не успеваю всех просматривать. Лариса из Бершева из Израиля, Юлия Сабакана. Ну, в общем, всем, кого назвал и кого не назвал. Всем приветствую а, Ричмонд, а Лариса с Ричмонда, ну, переименуйте свое имя, чтобы я у вас Ричмонд был в этом в с фамилией рядом, чтобы было ясно, откуда вы. Как это у всех сделано. Ну что, мир вам и благодать да умножится. Благословляю вас именем Иисуса Христа. Возьмите вашу кружечку кофе. Наша библейская школа продолжается. Сегодня мы продолжаем. А, у нас, по-моему, пятая часть, да? Пятая часть, мы обсуждаем имя Иисуса Христа Если вы не видели предыдущие серии, пожалуйста, зайдите на мой YouTube канал Посмотрите все предыдущие серии, вы увидите, что же там было до этого момента, о чем мы учили Итак, мы дошли до того, что мы получая, изгоняем бесов и исцеляем именем Иисуса Христа В имени Иисуса Христа есть власть Когда мы переходим к молитвам Молитва, молитва. Писание говорит, много может усиленная молитва праведного. И когда мы приходим к молитвам, Иисус нас учит, как молиться. Давайте откроем Иоанна 16 главу. Будьте любезны. Евангелие от Иоанна 16 глава. И я буду читать стих 23. Евангелие от Иоанна 16-23. Иисус говорит, В тот день вы не спросите меня ни о чем. Истина, истинно говорю вам, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам. О чем попросите Отца во имя Мое. Иисус нас учит, чтобы получить что-то, просите у Отца во имя Мое. Это, это принцип, принцип молитвы. Многие люди молятся, при этом не молятся во имя Иисуса Христа. И 24 стих. Продолжаем дальше. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Теперь просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. До ныне вы ничего не просили во имя мое. Не просили. А теперь просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. И 26 стих. В тот день будете просить во имя мое, и не говорю вам, что я буду просить о вас. Посмотрите, о отца о вас. В тот день будете просить во имя мое. Иисус настаивает на том, чтобы мы просили во имя мое. Евангелие от Иоанна, 14 глава. Евангелие от Иоанна, 14 глава. И с 13 стиха будем читать. Если чего, попро... Если чего попросите отца во имя мое, то сделаю если чего попросите у отца во имя мое, то сделаю, и да прославится отец сыне. И дальше, если чего попросите во имя мое, то я сделаю. Это потрясающе. Иисус говорит, просите во имя мое. И апостол Павел также присоединяется к этим словам. Ефесинам 5 глава, 20 стих. Послание к Ефесянам, 5 глава, 20 стих. Это хорошая библейская школа. Мы каждый день проходим изо дня в день. Это уже пятый урок на тему имени Иисуса Христа. Я советую вам взять очень серьезно и пройти по этим всем местам с вашим общением, в вашем окружении. Поизучайте, что говорит Писание. Ефесянам, 5 глава, 20 стих. Благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Нужно благодарить Бога во имя. Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, во имя Иисуса Христа. Или я прошу Тебя, Господь, о том-то и том-то во имя Иисуса Христа. Это как бы условие для молитвы. Иисус говорит, просите Отца во имя Мое. Поэтому в любой молитве, когда мы приходим и начинаем обращаться к Богу, и мы приходим и просим Бога о милости, мы просим Бога о поддержке, мы просим Бога о защите, об исцелении, используйте имя Иисуса Христа. И вы изгоняете бесов, изгоняете бесов во имя Иисуса Христа. Возьмите и используйте имя Иисуса Христа для изгнания бесов. Если вы хотите увидеть чудеса, используйте имя Иисуса Христа. Там, где есть имя Иисуса Христа, туда приходят чудеса. Аминь. Во имя Иисуса Христа. Когда мы говорим о Духе Святом, как мне получить Духа Святого? 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 Я помню, это было в, в Кишиневе, был вечер, был, собралось много людей, после собрания ко мне подбегает женщина и говорит, я хочу Духа Святого. Я говорю, ты веруешь в Иисуса Христа? Верую. Я подошел к ней, положил на нее руку и, и сказал, повторяй за мной эту молитву, во имя Иисуса Христа я принимаю Духа Святого. И вы знаете, что случилось? Я держал руку на ней, начал молиться, и а, она открыла свои уста и заговорила на новых языках. Евангелие от Марка сказано, что мы будем говорить на новых языках во имя Иисуса Христа, во имя Мое. И мы получаем даже Духа Святого. Духа Святого получаем во имя Иисуса Христа. Евангелие от Анна, 14 глава. Евангелие от Анна, 14 глава, 26 стих. Евангелие от Анна, 14 глава, 26 стих. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Утешитель Духа Святого, которого пошлет Отец, что там сказано? А? Вот здесь. Пошлет, что? Во имя Мое, говорит Иисус. Духа Святого Отец посылает. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Примите Духа Святого во имя Иисуса Христа. О слава, о слава, о слава. Слава Господу! Мы получаем Духа Святого во имя Иисуса Христа. Мы получаем силу, исцеление, спасение, вечную жизнь. Мы получаем, мы верим во имя Иисуса Христа. Мы прощение получаем во имя Иисуса Христа. Вы знаете, вообще вся христианская жизнь связана, потрясающе связана с именем Иисуса Христа. Все, что у нас есть в нашей жизни, связано с именем Иисуса Христа. Все, все мое хождение, все, все, что мы делаем или не делаем, мы должны делать во имя Иисуса Христа. О, слава! О, слава! Чем же мы должны заниматься? Ну, конечно, мы злыми делами не должны заниматься, правда? Мы должны оставить, мы, как бы Писание говорит, оставьте все всякое зло и делайте добро, творите добро. Но не совсем так, Давайте уточним, как нам творить добро, как, как нам делать добро, как нам, как нам э, делать добро в жизни. Давайте посмотрим, что Писание говорит. А, Марка, 9 глава Евангелия от Марка, 9 глава, 41 стих. И кто напоит вас чашей воды во имя? Мое. Потому что вы Христовы. Истина, если говорю вам, не потеряет награды свои. Посмотрите, если вы послужите кому-то, а, он говорит, апостолам, когда пойдете, если кто напоит вас чашей воды, даст чашу кофе да, да, во имя Мое, я вот мне дал, Андрей, чашу кофе. Андрей, ты мне чашу кофе дал во имя Иисуса Христа или так? Ага, завтра он уже будет во имя Иисуса Христа давать. Сегодня он просто так сделал, потому что должен был, да? А сегодня, завтра он уже будет во имя. Посмотрите, Иисус говорит, если кто-то даст вам напиться во имя Иисуса Христа, если кто-то даст чашу во имя Иисуса Христа пророку или апостолу или служителю Божьему, тот получит награду, Иисус говорит, если кто-то во имя мое даст вам, но Андрей сегодня мне во имя Иисуса Христа дал, аминь? аминь. Он машет рукой. А, конечно, если даже чашу подать во имя Иисуса Христа, даже просто, просто возьмите чашу, протягивать, возьмите чашу во имя Иисуса Христа. Если ты делаешь, что бы ты ни делал, послушайте, это вот очень важный момент, делать не во имя известности, не во имя а, страха перед начальником, а делать во имя Иисуса Христа, в этом есть что-то великое и славное. Делайте, послушайте, делайте добро во имя Иисуса Христа. Пускай ваша жизнь будет жизнью, состоящей из добра, делания добра во имя Иисуса Христа. Служите людям во имя Иисуса Христа. Многие люди служат, делают дела милосердия, но не делают во имя Иисуса Христа. Все милосердие становится бесполезным, все, все гуманитарная работа становится бесполезной, если мы не делаем для славы имени Иисуса Христа, если мы не ставим имя Иисуса Христа. Многие нам говорят: вы нам присылайте гуманитарку, только про вашего Иисуса ничего не говорите, пожалуйста, постойте. Но мы не можем так делать. Многие христиане идут на компромисс. Ну ладно, ладно. Будем благотворительной компашкой, которая просто гуманитарку отправляет нуждающимся без Иисуса Христа, чтобы не обидеть их религиозные чувства. Постойте. Но Иисус говорит, если... послушайте, вот это очень важный момент. Многие люди начали делать какие-то вещи без имени Иисуса Христа. Они начинают помогать, гуманитарки делать, колодцы рыть, еще что-то. При этом не делают во имя Иисуса Христа, не подписывают имя Иисуса Христа под добрым делом. Если ты не подписываешь имя Иисуса Христа под добрым делом, то доброе дело, ну, как бы просто, ну, хорошее, по-человечески доброе дело. Ты можешь накормить голодных, но если ты это делаешь во имя Иисуса Христа, ты добавляешь самый главный ингредиент к твоим пирожкам, которые ты печешь голодным. Имя Иисуса Христа. Самый главный, я делаю это, к чаше воды добавьте имя Иисуса Христа. Многие дают чашу воды, но если кто-то даст во имя Иисуса Христа, мы добавляем ингредиент, самый важный. Почему я делаю? Во имя Иисуса Христа. Служу, молюсь, проповедую, благовествую во имя Иисуса Христа. Распространяю Божье Царство во имя Иисуса Христа. Зачем я этот CNL поднял? Ой, CNL такой классный. Мне когда кто-то подходит, говорит, CNL классный, я поклонница СНЛ. Я говорю, о Боже, да запретит тебе Господь. Он говорит, в чем дело? Я говорю, потому что это для славы имени Иисуса Христа. Не сделайте имя Максима и СНЛа более звучным, чем имя Иисуса Христа. Эти имена ничто. Синл Максим имя Иисуса Христа. Это основное. Мы здесь делаем с вами дело Божие, чтобы славилось имя Христово, чтобы его имя было превыше. Мы трудимся для славы имени его. Много церквей, они трудятся для славы своей церкви. Наша церковь такая-то. И они бренд создают. И они говорят, мы как Макдональдс будем везде. И они создают такой великий бренд с имени своей церкви и имени своего супер помазанного пастора, супер духовного, супер мудрого, величайшего лидера, вождя. Имя пастора звучит звучнее Иисуса Христа. Мы Аполлосовы, мы Павловы, мы эти. Постойте, может быть быть христовыми лучше, чтобы имя Иисуса, а не Павла или Аполлоса, звучало. Может быть быть христовыми лучше, дорогие мои. Когда мы с вами изучаем Писание, мы понимаем, мы понимаем, что из Писания становится ясным, что Бог превыше всего. В жизни же мы иногда обнаруживаем конфликт. С одной стороны, мы все понимаем, что нужно делать во имя Иисуса Христа и проповедовать во имя Иисуса Христа. Но когда пастор красуется, когда пастор там любуется собой, когда пастор а, позиционирует себя и он такой хочет быть таким мудрым, такой, такой он, он знаете мне как трудно а, пасторов вызывать на диалог открытый, где они рассуждать и где они могут ошибаться. Пастор не любит ошибаться. Пастор не ошибается. Он создал такой образ, я никогда не ошибаюсь. Я одно время вел передачу свет под лампой. И, вы знаете, мне очень сложно приглашать туда пасторов Потому что пасторов, они не могут ошибаться И их очень огорчает, когда они ошибаются Что вдруг кто-то им пока что, им как-то плохо от того, что вдруг выявится, что он что-то не знает Вот спросите меня, знаю ли я что-то? Я скажу, я не знаю Очень многие умничают, умничают Например, там, и пришли сыны Божьи к дочерям человеческим Помните это, да? Не спрашивайте меня, кто это? Я не знаю. Есть разные мнения. Я не могу понять, что там сказано. Я не знаю, кто-то говорит, это ангелы, кто-то говорит, это эти, кто-то говорит это. Мне лично, вот все равно. Но кто-то споткнулся на этом месте, и вот он думает: что же там за сыны человеческих дочерьмям приходили, что же они там с ними делали. Ну, понятно, что у них исполины рождались, чем они там занимались, понятно. Но кто это были? Ангелы? Или это были не ангелы? Да хоть кто? Не все ли равно? Вот я смело могу говорить, я не знаю. Я смело могу говорить на многие вещи, что я не знаю и ошибаюсь. Наверное, самый ошибающийся пастор, это вот такой я у вас. Другие пасторы, они никогда не ошибаются. Они знают ответы на все вопросы. Даже на те вопросы, которые Иисус не знает ответа, они знают ответ. Но, дорогие мои, когда мы с вами предстоим перед Господом, разве не надо быть настоящими? Или нужно изображать из себя умников, всезнайка? «Хм, я всезнайка, я все знаю, я такой умный, я такой помазанный. Нужно всегда изображать умного помазанного, нужно всегда поддержать форму. Значит, вы создаете культ. Если эти люди, они создают культ своему имени – они вокруг себя обедняют людей, вокруг имени. Если люди говорят, ой, ой, я вот под этим, я под этим. Я, знаете, когда в автобусе кто-то едет, и там вдруг в автобусе кто-то говорит, а ты под кем? А две сестры разговаривают из разных церквей. Я, говорит, под Сандеем, а ты под кем? А меня, а меня Ледяев покрывает. А тебя кто? А меня Мунтян там. И они все, кто под, чушь какая-то. Что значит под кем? Я под Христом. Христос мой Господь! Но они там сидят рассуждают, Эти, как уже анекдот уже. Я вас умоляю, дорогие. Вам нужно поклоняться ни культу, ни какому-то человечешке, который изображает из себя дух, духовного, такой, о, алли вот так делает, Я вас умоляю. Господу Богу поклоняйтесь, не будьте заражены личностью. Не будьте заражены человеком, не будьте заражены помазанником, он помазанник, слава богу, он помазанник. Но не будьте заражены вирусом идола, кумира, поклонничества. Поверьте, любого кумира Бог свернет. Поэтому я вас умоляю. Не вздумайте мне там что-то на меня там строить какие-то планы. Свернет, Я не хочу, я не хочу видеть это. Любой, кто поднимает себя и начинает изображать того, кем не является, это катастрофа. Любой, кто свое имя ставит выше всего, кто свой бренд раскручивает, сейчас такое модно, бренды раскручивания, продвигатели бренда, это, 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 катастрофа, это реальная катастрофа. Не надо продвигать Господу Богу одному, поклоняясь ему одному, служи. Лариса из Бершевы пишет. Аминь, Ларисочка. Ты абсолютно права. Вопрос Конечно, я уважаю служение, помазание уважаю. Я уважаю. Но, знаете, вот есть грань между уважением и поклонением, одержимостью. Когда я уважаю служение, это не значит, что. Когда, знаете. Огромная тетя Дуся несется сквозь ряды, разбивая людей, как кегли, как шар разбивает кегли. И она несется к помазаннику. Дайте мне прикоснуться. Я вас умоляю. Мы же дети Божии. Мы же христиане. Мы же Господу поклоняемся. Не поклоняйтесь никаким я уважаю, еще раз, людей, служителей я уважаю, я благодарю Бога за всех помазанников, это потрясающе. Но иногда сами помазанники провоцируют создание культа. Я в одном городе был, и ко мне подошли семейная пара. Наш пастор Кореи! Я говорю, замечательно. Он в Корее! Вы его часто видите? Нет, не видим. Он в Корее! Я говорю, хорошо, хорошо. Он муксаним. Я говорю, кто кто? Мухсаним. Кто? Я говорю, я Максим, какой Муксаним? у нас Муксаним и Саманим. Я говорю, вы на каком языке? На иных языках говорите? Нет, у нас он пастор в Корее. Я говорю, хорошо, но ну вы с ним хоть раз встречались? Нет, не встречались. Он нас Кореи. Я смотрю, вот думаю, шиза просто у людей, чук, уже чук, гашетка. Я говорю, ну Иисуса любите? Конечно, Иисуса тоже мы любим. То есть вот есть этот Муксаним, Саманим, Иисус Христос где-то, дорогие мои, Богу. Богу, Богу, Иисусу Христу нашему, поклоняйтесь. Е, дорогие мои, если вы да, заменяете поклонение, заменяете служение, заменяете, если вы делаете подмену, если происходит подмена, это катастрофа. Не вздумайте, не вздумайте никогда, 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 никогда. Делать подмену. Я вас умоляю только Господу, только имени Его. Делайте добрые дела во имя Иисуса Христа. Мы продолжаем говорить о добрых делах, меня что-то в эту сторону потянуло. Давайте открою Луки 9 главу. Откройте Луки 9 главу. Послушайте, это очень важная тема. Имя Иисуса Христа или имя Вашей Церкви. Поверьте, имя моей церкви, имя телеканала, мое имя, это ничто. Все склонится перед его именем. Все. Абсолютно все. Вы меня слышите, а? Я к вам, к вам, да, к вам стучу сюда. Вы слышите, что абсолютно, абсолютно все склонится перед именем его. Луки, 9 глава, 48 стих. И сказал им, кто примет сие дитя, во имя мое, тот меня принимает. А кто принимает меня, тот принимает пославшего меня. Ибо кто из вас меньше, тот будет велик. Очень хорошие слова. Кто примет дитя во имя мое, тот меня принимает. Очень важный момент. Теперь посмотрите, когда мы говорим, когда мы принимаем кого-то, когда мы встречаем кого-то, мы встречаем, ну давайте так, я когда путешествую, и многие говорят, Максим Максимов, Максим Максимов, наш добрый пастырь, я нет готов открыть свое сердце, все. Ну, Максим Максимов звучит. Приезжает другой, Вася Пупкин. Если вы принимаете во имя человека, о, это звучное имя, или принимаете во имя Иисуса Христа. Это очень важный момент. А, если кто примет дитё во имя мое, что он, Да кто? Ну, ну ноль, он полный ноль. Ну, он из да щенок. Если примите во имя мое, каждый ребенок это, это что-то особенное каждый человек, каждый маленький человек, маленький Анисим. Знаете, послание к Филимону, если посмотрите, одна глава. И это пишется, апостол Павел выделил время и писал одному богатому христианину, у которого были рабы, и был беглый раб Анисим. И целое послание он пишет одному Филимону с целью ходатайствовать об Анисиме, который сбежал от своего хозяина, чтобы тот его не казнил. Чтобы кто-то его не наказал. Хотя по закону он имел право. Апостол Павел умолял его о прощении Анисима. О принятии Анисима. Он сказал, прими его как меня. Вы знаете, это очень важный момент. Когда мы относимся к людям, которые окружают нас не по значимости. О, это, о, это большой человек. О, здорово. А это, кажется, иди отсюда. Аниска, иди отсюда. Нет. Когда мы относимся к человеку и принимаем во имя Иисуса Христа, мы принимаем самого Господа. Мы принимаем самого Господа. Мы принимаем. Примите любого. Относитесь к бомжу, как к Иисусу Христу. Относитесь к людям несостоятельным, неудачным раненым, как Иисус, если примете во имя мое. И, и также то же самое дублируется место Матфея 18.8. 18.5. Откройте, пожалуйста, Матфея 18. глава, и там также дублируется эта история. Матфей цитирует ее, и я прочитаю вам тоже вместе с вами. Иисус говорит об этом ребенке. С третьего стиха. С третьего стиха. И сказал, истинно, истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот больше в Царстве Небесном. И дальше он говорит, и кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. А с чего все началось? Первый стих. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве? Такой духовный вопрос. Господи, Господи, вот кто круче в Божьем Царстве? Объясни нам Иисус, мы хотим понять принцип. Карьерного роста В Царстве Божьем Иисус говорит, хорошо, сейчас объясню Там какой-то Пацан, пацаненок бегал Призвав дитя, иди сюда Саша, иди сюда Поставил его посреди них Представляешь, сейчас Саша вот такой стоит Такой стоит Возле себя И все на него смотрят И он такой стоит, знаешь, когда ребенка посередине ставишь Он начинает так И он стоит Иисус говорит, если примете это дитя во имя Мое, то примите Меня. Ха -ха -ха -ха. Потрясающе. Делайте добро во имя Иисуса Христа. Служите людям во имя Иисуса Христа. Аминь. Следующий пункт. Собрание. Матфея 18 глава, 20 стих. Это же глава, только 20 стих. Иисус говорит, ибо где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. Матфея 18, 20. Потрясающее место. Я хочу, чтобы у вас оно было открыто перед глазами. Матфея 18, 20. Ибо где двое или трое собраны во имя мое. Важный момент. Во имя кого мы собираемся? Когда мы идем на день рождения, ну, мы во имя именинника. Когда мы идем на рыбалку во имя улова, когда мы идем на охоту во имя добычи, во имя победы, когда мы идем на работу во имя заработка, да? когда, когда, мы идем, когда мы собираемся с кем-то, вот собрались разные люди, почему мы собрались? Мы собрались во имя Иисуса Христа. Где двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Если мы собрались во имя Иисуса Христа, Он говорит, тогда я буду там. Хотите, чтобы Иисус оказался среди нас, драгоценные мои, собирайтесь во имя Иисуса Христа. Если вы собрались с кем-то и начинаете осуждать, разве можно ли во имя Иисуса Христа обсуждать, осуждать, уничижать? Да, конечно, нет. Иисус этим не занимается и вам не рекомендует. Соберитесь во имя Иисуса Христа. Когда мы здесь собираемся, мы говорим во имя Иисуса Христа. Когда мы молимся, мы говорим во имя Иисуса Христа. Когда мы служим, мы говорим во имя Иисуса Христа. Ш вот, вот, эти, вот, эти, вот эта позиция, мы собираемся. 1 Коринфя, Коринфянам, 5 глава, 4 стих, я заканчиваю. 1 Коринфянам 5 глава 4 стих. 1 Коринфянам 5 глава 4 стих. В собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, а общее с моим духом силой Господа нашего, в собрании вашем во имя Господа Иисуса Христа. А в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа. Дорогие мои, когда мы собираемся, мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа. Я благословляю вас именем Иисуса Христа я благословляю вашей жизни во имя Иисуса Христа. Господь, благослови. Благослови каждого человека, кто сейчас присоединился к этому эфиру. Благослови этих драгоценных людей именем Иисуса Христа. Я молю, Господь, о всех тех, кто сейчас меня смотрит, слышит по спутнику. Я молю тебя, Господь, о каждом человеке, кто возле компьютера. Молю, кто смотрит записи, прошу, благослови. Я молюсь о вас во имя Иисуса Христа да явит Господь милость свою над вами, да откроет окна небесные, да изольет от Духа своего во имя Иисуса Христа. Я благословляю вас, да изольет Господь славу свою именем Иисуса Христа. Благословляю во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, и сохранит тебя. Да презирит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь дорогие, наш эфир подходит к самому концу. Я хочу сказать спасибо вам за ваше участие, за партнерство, спасибо за поддержку, спасибо за ваши десятины и приношения. Поддержите ваш CNL, поддержите Дом Веры, продолжайте служить нам. На нас начались гонения, нас на Mail.ru закрыли, непонятно почему. Но мы продолжаем жить, продолжаем благовествовать, продолжаем служить Господу. Ваши десятные приношения помогают нам. Если вы хотите прямо сейчас поддержать, пройдите на сайт cnl.tv и поддержите нас. Пусть Бог благословит вас обильным. Пускай Бог поддержит вас. Вместе мы сила. Благодарю всех моих друзей. Встретимся завтра и продолжим эту тему. Благословения. Дорогие друзья, а сейчас вы можете пройти на мой YouTube канал Максим и посмотреть эти и другие проповеди. Спасибо за ваше внимание и за ваше участие.